Приветствую всех, друзья. С вами Черный Металл. Это игра, да, Stellaris, да, опять по новой ты не можешь. Что закончить? А то и нереально закончить, друзья. Я, в общем-то, играл вчера, играл так и уснул за компом. Проснулся с затекшей шеей и ногой. Ладно, размялся сейчас более-менее. Но, в общем, в итоге за 6 часов, пока я спал, ни хрена там не поменялось. В общем. На меня никто не напал, спокойно у меня там все. Бабки капали, вся остальная ерунда. 6 часов, друзья, это звездец какой-то. Мне, конечно, извините. Но, судя по тому, что скорость там уменьшилась еще раза в 3, все-таки компьютер-то начал ко мне двигаться или что-то думать. Звездец, короче, полный. Ну, я не знаю. В общем-то, вот, пожалуйста, размер галактики, форма галактики и империи. Развитые, как всегда, вырублен. Угасшие империи 4. Примитивные цивилизации, ну, 1х. Тяжесть кризиса я выставил вообще нафиг 5х. Ну, надеюсь, это будет поинтереснее. Если игра не будет лагать, это очень даже будет интереснее. Если будет, я нахрен и брошу. В общем-то, по лаге игры, про ее торможение, друзья, я из-за того, что эта игра вообще не жрет никак ресурсы моего компьютера, я спокойно обрабатывал видео. То есть я его обжимал и склеивал во время того, как шло время. Никак это не влияет вообще. В других играх, даже в самой паршивой игре, той же, вот, к примеру, если взять какую там, ну, возьмем, к примеру, вот Resident 2. Даже в Resident 2 я не мог такого делать. Она хоть немножко, но мне нагружала тогда сильно. Ну ладно. Что ж, сложность нормальная, допустимая технология. Варп будут все на варпе, пошли все нафиг. Такс. Империи у нас случайно, соседи. И, в общем-то, я выключил этот режим долбанный стальная воля. Во-первых, я никаких достижений нафиг не получил, это раз. Во-вторых, меня эти автосохранения уже вымораживают. В-третьих, третья есть причина. Некоторые моды, которые я поставил, они нестабильны. Игра может вылетать. Поехали, друзья. А если она вылетит и будет автосохранение, вы сами представляете, что будет. Так, лады. Я очень за тебя, друган, рад. Давайте как по старинке. Наши флотилии, где у меня научный кулаблик. Че, друган, изучить? Ну, систем, да, 0.25 это будет... Блин, это будет хардкорненько. Честно должен признаться. Так что, как-то так. Давайте ему сразу затыкаем здесь все, чтобы он шел, изучал, познавал. Тайны вселенной. Я систему поставил, собственно, поставил. Вот это порядок. Так, где я хоть очухался-то? Ну, не чтоб плохо, но не так и хорошо, как хотелось бы. Не, вообще нормально. Вообще хорошо даже. Маленькая-маленькая галактика. Ну, не люблю я это. Ну вот, что имеем. И мы будем радоваться. Короче, как-то так. Так, ладно. Так, ему я поставил все. Что по исследованиям у нас? Ну, как всегда, влияние плюс один. Где оно у меня тут? А нигде. О, электростанцию могу изучить. Солнечных панелей. Объект наследия, вместимость платили. Скорость прироста. Ну ладно. И. Ага, влияния нет пока, да? Броня и добывающая станция. Ну, блин, ладно. Здесь придется ударяться очень сильно в ресурсы, друзья. Просто катастрофически сильно стоять, что я не выбрал традиции. Через сколько? 3-4 месяца. Лады. Так, что еще у меня? Сразу. Редкие ресурсы, расы, политика и указы. Запасы пищи крупные. Что у нас тут? Инженерные исследования, но это пока рано. Нет. А чё так долго-то? Да, долговато.
Так, ладно, будем пока копить, по сути. Потому что я не знаю, сейчас планету найдем, не найдем. Ладно, погнали. Изучай, друган. Мне нужно что-нибудь полезное. Я надеюсь, ты это найдешь. Отлично. Два уже кристальчика мне нашел. Это очень неплохо. О, две энергии. Слушайте. А живем, живем. Тихо. Живем, друзья. Живем с этим и пахнем. Ё-моё, я не ожидал такого. А, это уже хорошо. В общем-то, я поставил специально такие настройки, чтобы была война за территории, война за ресурсы. Потому что, кто помнит, в прошлой игре, если у вас стоит планета, она блокирует автоматически любое влияние. То есть, что мое, что противника, и похрену. Это мне не понравилось. Очень сильно это дисбаланс. Это вообще свинство. По моему мнению, и такого быть не должно, в принципе. Ну... Стоп. Оставь как есть, короче. А то я сейчас 30% тебе поставлю, ты там, бедный, откопытишься. Ха, ни черта нету. Ха-ха. Ла-ла-ла. Обожаю эту игру. Ну хотя бы мне тут пару кристальчиков энергии дало. И за это спасибо. Че, простите, у меня? Тут у меня столько рисов-то, кстати. Ну ладно. Сколько бы ни было. Такс. Давайте посмотрим, что у нас, во-первых, на планете тут творится. Мне нужно что? Мне нужно в первую очередь это кристальчики. Здесь, смотрю, уже народ популяризируется. Отлично. Энергия у меня пока девяточка, да? Так, ну исследование можно, кстати, поставить. И колониальный корабль пока рано строить. Чего он на тебе можно там воткнуть? А нифига вообще не воткнешь. Колониальный пока... Сколько ты стоишь там? 500, да? Будем в районе пятихатки, короче, выживать. Посмотрим. Да, да, молодец. Ну, найди мне что-нибудь вкусное. О, какая-то планетка есть. Это хорошо. Давайте посмотрим, что за планетка. Порадуй меня, игра. Ну, блин. Энергии, конечно, не так, чтобы дофига. Подойдет. Хоть что-то. Хоть что-то. Подойдет. Такс. Карточка есть? Есть. Идем на захват. Пока он строится, может, я еще планетку найду. Сомнительно, конечно, но все-таки. Все-таки надежда есть всегда. Мы что-то там подтвердили наличие внеземной жизни. Молодцы, молодцы. System survey complete. Так. Ага. Значит, здесь. Йо, оперный театр. Еще одна планета. Ай-яй-яй. А хотя если она побольше. А ну-ка покажи ко мне ее. Ученый наш. Так. Блин. Ну, размерчики я не скажу, что у нее прилично больше. Ага, стоп, пауза. Че, другани? А ну-ка давай лети сразу. Строй, пожалуйста, мне вот здесь. О, блин. Тогда. Научную? Нет. Добывающую нет. Пограничный форпост, ни хрена он стоит.
Так, ну ладно, давайте мы пусть проведет исследование. Пограничный форпост мне придется строить, как ни крути. Я его где-нибудь воткну, пожалуй, вот здесь. Construction complete. Ага, понятно. Значит, за дальностью своей территории я не могу этого делать. What the fuck? Зараза. Поверхность покажи мне. Блин, 16 клеток, почти 15 клеток, да? Она обладает дополнительными ресурсами. Так, что за ресурсы? Давайте посмотрим. Кристальчиков энергии много. Беру. Нафиг. Забираю только эту. Все идут лесом. Пусть все катятся лесом. Я это беру. Так, это бонус по энергии я получу и по кристаллам. Здесь, ага, здесь больше бонусов. Окей. Так, вперед. Вперед, друг, вперед. Так, я уже три планеты нашел. Вот и друзья планеты 0.25. Я что-то как-то, может, и не понимаю, может, это не работает. Что-то многовато. Я думал, тут одна планета на 5 секторов будет встречаться, дай бог. Но, судя по всему, нифига. Так, ты пока иди энергию строй. Круто. Такс. 10-5 месяцев. Кстати, система такая дурацкая. Ненавижу такое, когда происходит. Так, что мне на своей планете можно сделать будет? Очисткой, блин, заниматься до усрачки, да? Но по энергии-то могу. И смотрю, по исследованиям, хотя мне тут вообще с толку-то деньги тратить. Ха-ха-ха-ха-ха. Денежки мои, денежки. Ну ладно, такс. Изучил, молодец. А потом тебя сюда направим. Деньжат, правда, когда заработаем, ну да ладно. Так, давай еще мне что-нибудь другое ищи. Так, у меня получается что пока? Исследования все в дуге, да? Надо ученых нанять поболее. Так, промышленность. По-любому мне ученый нужен. Нанять. Есть он по промышленности? Нет. Темп исследования новые миры. Темп изучения плюс 25%. Темп изучения. Новые миры пригодятся. Оставим пока так. Солнечные панели 13 месяцев. Давай-ка тебя впихну. Сильно не поможет, но ладно. Так, научный корабль надо построить точно. Так, научный кораблик, ты где? Давай-ка я тебя построю. Мне надо тогда... Такс, вот это мне не нравится, то, что я еще одну планету нашел. Так как-то уже... Ой, какая она маленькая-то. Плоха на сковородке. Судя по всему, реально в галактике тут как-то не играет значения. Что у вас, где, как и почем. Так, сколько там до исследования? 6 месяцев. Блин, многовато. Отлично, такс, ты теперь. Бабла не хватает, да? Нужно 270. Здесь сколько нужно? Она не на моей границе. Вот зараза. Блин, 270 копить долговато. Немного меня огостаивает. Ну да ладно. Перетерпим. Подождем. Отлично. Новое исследование давай. Так, что у нас здесь можно? Ежемесячное влияние. Обязательно. Потом еще квадраты расчищать. Долбаные. О, жесть. Так. И насчет традиций, конечно, придется подзапариться. Так, сеть разума, альтернативные исследования, темп изучения.
Ага. Это аномалии, да? Нафиг надо. Единство, скорость строительная, урон армии. Чего тут еще у нас? Нафиг это не надо все. Так, здесь у нас что? Стоимость содержания пограничного форпоста. Конечно, полезно, но пока мне оно толку не сыграет. Так, отношение подданных. Это не то, прибыль от данников на 50% увеличивает. Скорость строительства. Так. Нет, содержание это армии, не флота точно. А здесь у нас что? Так, продолжительность жизни, скорость строительства, волнение, господи, дадите мне что-нибудь полезное. Так, строительство кораблей. Ну, блин. Не знаю даже. Давайте выберу приспособленность. Ну, будет у нас приспособленность плюс 10%. Это вроде какой-то бонус дает. Какой, правда, непонятно. Но вроде что-то дает. Погнали. Пауза, пауза, пауза. Что у нас здесь за планета? Да. Так, эта планета вообще вся забита. Мне ее не резон даже брать. Так, чисто для галочки. Но я чистить это долго еще не смогу. Жалко. Так, друган. Скоро мы накопим, накопим, накопим. Сейчас еще погоним месяцок. Вот. Иди строй добывающие станции. Как раз энергия это не все не повредит. Что там по исследованию там у меня вообще? 3 месяца, 3 месяца. Так, научный корабль. Ты у меня тут один отдыхаешь. Который ленивый, да? Короче, иди изучай систему здесь, всю систему здесь. Сустым здесь, пожалуйста, сустым здесь. Варп-прыжок я выбрал, потому что с помощью варп-прыжка передвигаются наши добрые инопланетные дятлики вида древних. Ну да, у них будет флот 5 раз больше. Но тут я могу, по сути, строить корабли более модифицированные, которые есть. Давайте-ка посмотрим по конструктору судов. А что это вообще могу сделать для начала-то? Это вот нечто интересное вдруг резко стало. Новый проект. Вот, может, и не работает с этим. Хотя, скорее всего, исследования нужны. Всякому тому подобное. Ну ладно, погнали далее. Пусть исследуют, летают. Мне автоисследования бы сейчас нужны были. Да это звездец какой-то. Каждый раз так тыкать, это геморрой сплошной. Так, добывающие сеть солнечных панелей мне, конечно, пригодятся. Так, стоп. Гаусс Кэнон. Ионный двигатель. Чего мне по полезнее будет-то? Ионный двигатель в бою полезен, он никак не влияет. Так что... Инженерную лабораторию выберу, ну нафиг. Так, здесь у нас вместимость хранения. Энергосеть. Ладно. Энергосеть. Правда, как-то нахрен рано мне ее дают, я вам скажу. Что-то... Ну, слушайте, исследование вообще рандомное, просто звездец. Может, они от чего-то, конечно, и зависят. Но, судя по тому, что я вижу, тут они ни от чего не зависят. Когда будет планетка моя захвачена? Так, ничего интересного, ничего интересного. Так. Бабла не хватает, вы издеваетесь? Ага, смешно. Он не зона моей территории просто. Ну ладно, территорию я увеличу. Мне нужно еще один колониальный корабль построить. Ой, как он там пошел исследовать-то все. Вот партизан.
Еще одна планетка. Ну-ка, ну-ка, дайте мне большую планету. Дайте большую планету. Не надо мне этих мелких тараканов. Достало. Пожалуйста, игра. О, какая большая планета. Все. Пошел, блин, рожать от удовольствия. 12 ячеек. Твою ж налево. Игра, ты сволочь. Если то, у меня больше везде. Блин, тогда я какую-нибудь эту захвачу. Да, я в курсе. Это и то будет побольше, да? 15. У меня самая большая планета 15. Я человек. А на это еще не пожить? 25%. А, ну да. Пригодность изучать надо. Эти существа нужно изучить. Я очень за тебя рад. Конечно, ну-ка, стопы. Что там в особенных проектах? Че, простите? Победа Федерации. Здесь еще и варианты побед. Да ёперный ты театр. Нахрена ты это делать? То есть выбрать я не могу тоже, да? На захват всей галактики. Ненавижу это. Ну, исследуйте, исследуйте, ребятки. Вам много еще что тут изучать, поверьте. Пока автоисследования нету. Жесть какая. System survey complete. Изучить, изучить. Такс. Ладно, у меня уже есть на колонизационный корабль. Я могу здесь построить? Могу. Ура! Но, блин, надо все равно строить колонизационный кораблик. Что-то еще захватывать. Не хватает мне. Нет, друган, давай-ка ты теперь пойдешь вот это изучать. Вот это, будем двигаться ближе к центру. Как раз будем узнавать, есть ли у нас враги потенциальные. Влево-вправо-то расшириться, это не такая большая трудность. Знаете, игра галактических масштабов, а реально здесь, если играет, тут за первую серию уже на кого-то, блин, наткнусь. Это меня раздражает. И вот игре в частности. Просто жутко. Здесь натыкаешься очень быстро на кого-нибудь. А. Так. Да, до исследования как до Шанхая пешком. Да, исследуй. Давайте я построю сразу колониальный. Ну, энергия мне не сильно в плюсе, конечно. И сколько ты там доколонизируешься? А, все, осталось 2 месяца. Порядок, как раз колониальный будет столько строиться. Сильно много энергии мне эта гадость не жрала. Так, что у меня тут еще изучается? Конечно, состав флотика у меня это просто звездец. 3 из 12, друзья, 3 из 12! Всем бояться! Это какая-то просто тупая жесть. Так, ну ладно. Итак, я смотрю, тут есть богатое такое месторождение. Мне оно нужно. Значит, где у меня строительный мой маленький буй? Буючек. Так, слушай, короче, здесь надо планету-то колонизировать по любасу. Без вариантов. System survey complete. System survey complete. Да. Потому что мне нужны эти кристаллы, которые я здесь вижу, но форпост мне не поможет. Это тоже не моя территория, да. Блин, 13 кристаллов, 13 кристаллов. А ну-ка, как раз бабла накоплю на них, отлично. И может планету поинтереснее найду, да? Игра. Круто-круто. И энергию на них расходовать не буду. Отлично, иди сюда, короче, на колонизацию. А, вот в эту дугу отправляйся.
Выбора-то не так уж дофига, чтобы было много. Сейчас немножко увеличится. Мне, чтобы оно... Докуда? Докуда мне надо, чтобы ты дошла? Да, я бы сказал пару слов. Короче, нужен все равно форпост. Нужен форпост. Ну, попробую, конечно, здесь сейчас поставить. Изучай. Блин, не ту планету я пошел захватывать. Короче, копи, мне нужна эта планета в любом случае. Хоть убейте. Могу я ее хоть на нее сесть? 20%. Надеюсь, друзья, смогу. Эта планета мне понадобится в любом случае. Блин, большая, тут можно хорошо ресурсов напасти. Ой. Так, строительный, пока ты... А, все в порядке, короче. Иди сюда, короче, друг ты мой милейший. Давай делай мне пограничный форпостик здесь вот. Ты что, не можешь пограничный форпост построить? Да ладно, но только не говори мне, что эта херня так работает. Жесть. Ладно, пусть он здесь пока строит. Мне все равно это... Ресурсы сейчас поважнее будут. Да, 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 не удивил. Так, где эта Пандорина? Темп исследования. О, да, вот мне сейчас это нужно просто... Я уж не знаю, куда засунуть. Промышленность, здравствуй. Так, что у нас тут по исследованиям? Где у нас промышленность была? Ну, друган. Давай сразу сюда. Правда, от тебя уже тут толку нету. Но пусть будешь. Такс. У меня ученого по этому профилю нету, да? Вычислительная техника. Ай, ладно, пофиг. Пофигу. Исследуй, 10% подойдет. 4 месяца. Планетка-то хорошая, нужна, нужна, нужна. Очень любопытно. Че? Че ты там апдейтил? Долго ты там строить будешь? Ставить. Орбитальный гидропонный ПМБУ. Лаборатория. Так, ну ладно, тогда его я заменяю на этого. Тебя на вот этого. По профилю будете, ребят, работать. 63 месяца. Ох, я охренею ждать. Ну да ладно. А, ну мне исследование тогда. Мягко выражаясь, немного кайфую. Такс. Хотя, погодите-ка. 63 месяца. Это вторая степень. Политика и указы. Вот так вот. 63 месяца. 5 месяцев сократили. Тоже ничего. Подойдет. Так, пауза. Я надеюсь, мне влияния хватит эту планету захватить. Пожалуйста, вообще вот то. 109, да? Это забавно. Последний раз, когда я пытался захватить подобную планету на таком расстоянии, от меня там ни хреновенько так бабла, я вам скажу, потребовали.
то слово, да я сказал, не хреновенько, употребили реально не хреновенько. Там 250, что ли, ну, так недалеко так находился, такой, ха-ха. Пожалуй, нет, ребят, извините. О, по энергии начал проседать. А, ну у меня захват двух планет ведется одновременно. Еще бы я не проседал по энергии, да? Витильно рядом. Так, здесь у нас что? Здесь у нас халявят. О, какой я раз... плохой. Так, энерго... энергоресурсики, здравствуйте. Слушайте, такая прикольная планетка. Мне нравится. Очень тема. Так, кристальчиков давай мне. Ну ладно, пока хватит. С энергией того, чтобы мы как-нибудь разберемся со временем. Мне интересно сейчас, правда, другое. Так. Ну и космопорт. Я не изучил ведь эту технологию, да? А нет, изучил. Почему я ее не построил? Потому что идиот. Так, вместимость хранения... Так, космопорт. Отлично, поехал. Тогда тебя заменяем на этого дятла. Тебя заменяем на этого дятла. Тебя заменяем на того, кто нужен. Так, у нас два ученых уже стоит как надо. Это хорошо. Ну, будем считать, что значок одинаковый. Якобы, типа, что-то тут должно быть, короче, крутое. Я хотя бы корветов построить. Они хоть что-то из себя представляют, чем это маленькое говно. Это будет ужас. Если на меня нападут, я так... Не надо. Не обижайте мои маленькие кораблики. Они маленькие, пушистые, милые. И мне бы автоисследование, наконец-таки, игра, да? Не повредит? Ну, я думаю, бы нет. Так, пока новых исследований я не видел еще. Вероятно, они пойдут на другой ветке, попозже. Да, кстати, а чего я туплю? Ну, я как всегда. Я тут заболтался, думаю, одном, говорю, о третьем. Мечтаю о четвертом. Как говорится, мечтаю о прекрасном. Так, энергия пошла. Здесь у меня надо улучшать. Здесь куда улучшим-то? Она куда-то сама улучшилась. Куда она сама улучшилась? Я вам император планеты или с горы там один черт? Ой, кажется, у меня ресурсы кончились. Ой-ой. Да пиз... Так, ну и еда у меня, как всегда, она пока будет на минусе, потом она будет опять в плюсе. Это тут ничего удивляться не надо. В общем, на одну планету по одной фишке еды вполне хватает. Это надо запомнить. Строитель, ты там где? Мне ничего, я тебе не помешаю. От, блин, 180 надо, зараза. Так, я и здесь могу что-то сделать, да ладно. Ага. Мне правда, мне энергия тоже нужна. Мне все нужно. Ни хрена себе, 630, вы что там? В натуре прикалываетесь. Вот здесь 180 подойдет получше. 530, но тут правда да. Тут шикарно просто. Мертвая звезда. Тут, наверное, плохое случилось. Не, друган, извини. Даже четвертого уровня, смотри, какой шанс у тебя здоровый. Это не дело. Это просто тупо не дело. Извини, мужик, но... Мне тебя жалко в первую очередь. Так, это колонизируем. Хорошо. Что мы здесь можем влепить такого интересного? Ну, пока по энергии они, конечно, шарятся. Это я очистить не могу. Ну,
кристаллы будем тогда, друзья, и энергию добывать. Что же я еще могу? Энергия. Кристаллы выберу. Энергии-то я как-то всегда разберусь. Пожалуй. Поехали. Поехали. Так, потом тебя тогда сюда. На исследование хрен с ним. Потом вот сюда одну научную станцию, пожалуйста. Там энергия у нас есть. И сюда бы тебя запилить так побыстрее, но побыстрее это у меня вряд ли получится. Можно, конечно, вот его сюда еще заутюжить. К научным станциям. И туда к энергетическим. Короче, нужен второй строитель, друзья. System survey complete. Я скажу определенно точно. Ну что ж, друзья, как говорится, буду я, пожалуй, на этом заканчивать. Как говорится, начали мы новую игру. Это что такое было? Начали мы новую игру, как видите, и начал я таких настройках более-менее хардкорных. Посмотрим вообще, как эта галактика с тысячи, друзья, звезд. С тысячи звезд будут себя показывать. Я думаю, это... Ну, надеюсь, лагать не будет. Если не будет, значит, я буду продолжать играть так в одиночные игры. Вот кому нравится, тот посмотрит. Если будет так же лагать, да ну эту игру тогда нахер. Ладненько, друзья. Кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, просто оставляйте под видео на ютубе. С вами был Черный Металл. Всем удачи. Всем пока.